друзья! С вами, как всегда, Кофи, Алекс Фокс и Варпач, и сегодня мы снова будем играть в GTA 5 онлайн. А ты всем здорово, чуваки! Хей-о, братишки! Ну что ж, друзья, сегодня нас ожидает, конечно же, как всегда, самый потненький скилл-тест на BMX-ах GTA-шки, ё-моё! Меня просто выкинули вниз! Короче, ребятки, эта серия, ну как видите, у нас мало всего... А кто взял? Там чел просто взял себе этот обычный, типа такой, знаете, как его называется? Горный! Так, я залетел. Горный взял велосипед, я не знаю, как он будет проходить на нем. Короче, ребят, как вы могли заметить, нас сегодня не так уж и много. А знаете почему? Всё на чё вы полетели? Там какое-то ускорение было. Все потому, полетели. Что, ребята, мы играем... Сколько сейчас? Час ночи, по-моему, да? Или сколько там сейчас времени? Нет, вот, поэтому, на самом деле, просто паркур слишком сложный. Я прям в дырочку. И здесь собрались только самые крутые чуваки, которые готовы потеть по полной программе. Полностью согласен, Олег, полностью согласен. Чего? Тут дырочка, как пролезть, я не знаю. Я такой, знаешь, еду, Олег, и Саня такой поднимается. Да стой! Вы прошли там, нет? Я да. Я что-то не могу запрыгнуть просто на этот автобус. Ёжики видели меня голые. Что, Сань? А что-то новенькое. Ёжики голые на снегу. Почему я не могу проехать в обычный автобус? Как вот, Кирюха, ты это сделал сейчас? А там чуть пораньше прыгай. Смотри, а я заехал в контейнер. Здорово, Кирюха. А как здесь? Опа-на! Смысл? Я взял! Воу-воу-воу-воу-воу! Да я не загорюсь? Вообще по кайфу! А тут чувак, прикинь, что он сделал? Чувак, который на горном велике, он тут уже. Серьезно? Там, в принципе, пока еще ничего сложного такого. Пока да, сложного нет. Подождите, а здесь что делать? Тут типа стена. А здесь что делать? Санек, тут стена, которую, походу, надо проехать как-то. Сучка, упаль. А как это сделать? Ну давай, воровай, оп, смотри. Оп-оп-оп! А как это сделать? Стоп, там был какой-то баг на велосипеде, я помню. Ну как, я не помню. Я не помню, как этот баг нужно выполнять, ребята. Сейчас, подождите, батя приедет. Там как-то Shift Q, по-моему, то есть... Так. Как-то так, блин, или Shift S, может, тут... Ай-яй-яй-яй-яй. Слушайте, ну это прям что-то такое непроходимое, серьезно, ребят. Я не знаю, как это проходить. А, зажимаешь Shift и тыкаешь пробел вроде, или нет? Если просто стена, то да. Да? Не, я по-другому, тут она 90 градусов. Я помню, что был какой-то... Как ты туда залетел, Олег, не могу запрыгнуть. Не знаю, Кирюх, я с разгончика так прыгнул нормально. А ты снизу? Сань, что там делаешь? Кирюха, ой, какие вопросики пошли, ой-ой-ой. Там, ну, снизу... Подожди, я понял, что тут загвоздка. Я тут понял. А-а-а! Вот оно что, реально, слушай! Вот это нормально такая система, нормально. Что там у вас? Блин, стой! Стеной бы целовались. Слушай, реально целовались бы долго, так просто французские поцелуйчики у нас то были с ней, а? Да, надо вниз, что ли? Да, вниз надо, мы-то только сейчас, Сань, вот на самом деле, если бы сейчас... Не ты тут, мы сейчас долго, скорее всего, тут стояли, мучились. Здесь один вопрос. Так, у меня вот есть, тут, блин, аккуратно здесь. Надо, потому что здесь все нужно. Ясно, понятно, я вас понял. Санек! Да ё-моё, я уже второй раз не могу попасть нормально. Там? Это вниз? Вниз, вниз, Кирюха, вниз. Я понял. Нифига себе. Тут так-то можно было бы допрыгнуть, по идее. Загладить так чисто четко и все. Сука! Чё, я вот тоже, Кирюха, я упал. Там надо как-то удариться, короче. Да. И туда упасть. Я думаю, так. Может как-то вот так вот надо удариться. Так. Вот. Да, вот, да, вот так. Ой, стоп, повезло, все, я взял чекпоинт, Отлично. Так, Саня, здесь у нас что? Я вообще не в курсе. Ой, ты велосипед просто меня. Я не в курсе, как тут пройти. Так, а здесь... А, попробуй как-нибудь shift-пробел, по-моему, как-то... А, или, по-моему, вот на таких вот нужно колесо просто поднимать как-то. До свидания, поехал обратно. Вот тут вот такое надо проходить на это, на джойстике. На джойстике тут вообще прям по кайфу проходить это все. О, Сань, здорово. Пока. Блин, я точно, я помню, что такое проходилось у кого-то на этом, на вот на джойстике. Там колесо как-то... Так, заднее колесо тут надо поднимать. Блин, а как это реально проходить? Спасибо, Олег. А как я тебя расплющил? Я даже не видел, как я тебя расплющил. Слушай, плотненько, что так плотненько? Слушайте, а куда вообще там... А, там сверху... Понял. Нет, не понял, оба! А как это проехать, слушайте? Я не знаю, может тут загладить как-то можно и так, чтобы вернуться просто обратно и все?
Ну добду. Тут, блин, добду. Так, ребята, я с вами. Все отлично. Тут много каких-то таких, знаете, ребят, багов, гличи, которые вот лично я. Ну подожди, Саня, попробуй. А как? В смысле, а как туда таких? Тут надо, блин, я не помню, как это делается. Подожди, сука, давай попробуем shift пробел. Тут надо как-то поднять переднее колесо и типа ты на переднем едешь. Вот. Давай. А, я понял. Подожди. Спасибо. Спасибо. Простите, простите. Да, ничего, нормально. Так, подожди, все окей, я понял. Так, ну надо как-то вот так вот разгончика взять. Вот так вот берем разгончик. Пока. Так, оп. Вот тут, видишь, тут баг нужен какой-то, а я не помню, как он делал. Оп. Что я делаю? О, ловите сейчас, меня. Сейчас получится. Так, ребят, мне кажется, тут реально, тут все как проходится все изи, но тут, спасибо, тут каким-то багом. Ты все-таки задел? Да. А может разгон надо побольше? Смотри, там смотри, вообще можно в конец уйти на этой черной. Там надо, там. Ну там, в принципе, можно попробовать. Сука. Да, давайте реально попробуем просто разгон побольше взять. Может, реально поможет. Я пробовал. Может быть, пробовал? Да. Когда ты успел попробовать? Попробовать. Попробовать. Я пробовал, я туда доезжу. А, ну ты здесь бьешься об эту штуку. А там пробел, пропрыгнешь же. Не, не получится. Не, я точно знаю, что есть баг. Когда ты поднимаешься вот по таким спиралькам, да? Вот, там ты на заднем колесе должен как-то проехать. Ребята, я взял чекпоинт, но я не заснял этого. Как можно было так? Мы сейчас смотрели просто, понимаете, это обучалки типа на ютубе, как это делать. Вот до чего дошли. Короче, смотрите. Вот, я рассказывал про это, вот я не помню, рассказывал, не рассказывал. Короче, смотрите, здесь надо заехать, получается, так. То есть вы заранее прыжок делаете и на заднее колесо встаете, и за счет этого как-то проезжаете. То есть у меня сейчас это просто как-то получилось, ребят, я специально для вас, что сейчас заранее постараюсь повторить. Делает. Да, то есть как-то, ну смотри, заранее, смотри, ты делаешь прыжок, блядь. Я понял. Вот, да, ты делаешь прыжок, и потом поднимаешь колесо, то есть заднее. Оно сейчас надо пробовать. Я вот, ребята, сейчас специально для вас хочу показать. Так вот, понимаешь, я просто пробовал, не знаю. Вот, давай вместе постоим, я хочу просто, ребят, для вас показать, что это, ну реально. Я показал, ребят, как вам. Ага, после того, как я рассказал, как, да ё-моё, я теперь спуститься, ребята, назад нормально не могу. Во-во-во-во-во, поехал! Вот так вот, ребятки! Отлично, вот примерно так я взял этот чекпоинт. Наконец-таки теперь мы можем продолжать. Фух, наконец-таки. Короче, я вам это показал. Спасибо, да? Сань. Ну не надо спойлеров, не надо. Да, мы сейчас куда там? А, туда залететь. Я понял. Тут надо, короче, разгончика, походу, взять. Там нужно по кругу, короче, ехать. Где ты спавнишься, да? Берешь разгон по кругу, пока пробел и долетаешь. Кирюх, мы старались, мы пытались это сделать, да. Вот так по кругу, давай, едем. Надо вот как-то вот так вот. Давай, поднимайся. И как это сделать? Короче, я пойду... Да, блин, почти! F зажму. Почти получилось. Короче, ребят, я к вам. Давай. Давай, Саня, давай, мы тебя ждем. Ой, залетел! Залетел? Получилось, да, Кирюк? Да. Так, подожди, сейчас. Ну, тут не так сложно, на самом деле. Ой. Кирюк, а кто отец? Да! Саня, какие штуки пошли, ой! Здрасте, Варпач. Давай. Привет. Поедь, поднимайся. Я тут. О, все, я залетел. Окей, тоже, а пацаны. Я упал. Я здесь. Пойдем по крану. Так, а где? А чего? Да, по крану ехать? Да. Смотри, только аккуратненько едь, вообще не торопись, потому что здесь чекпоинта нет, вот он у меня. Я вот умер и все, и. Так, капец, я вижу, поторопился. Окей, давай. Едем аккуратно. Аккуратненько. Потихонечку. Смотри, не бейся об эти. Помаленечку. Вот так. Олег, вот. Привет. Привет, Саня, здорово. Привет. Я взял чекпоинт. Все, Кирюха, давай я пойду к тебе навстречу. Так, обратно давай. Обратно пойду. Зачем, я не знаю. Я думал, сейчас Олега дождусь, прокачусь. Я думал, чекпоинт взял, а там не было чекпоинта, оказывается. Так, Саня, здесь еще куда? Смотри, ну тут также такая же система, как и там была. Че ты мне какой-то разгон? Тоже заднее колесо. А, да? Фига тут круто, слушай. Ну теперь, ребятки, сейчас будем опять заднее колесо тестировать. Заднее колесо потестировать, это да. Так, разгончик. Ставь лайк, если тестируешь заднее колесо. Блин, слушай, так-то сложно. Ну я бы не сказал, что это прям изи тут. Сейчас попробуем. Кирюха!
будет бегом. Куда я полетел? Я хотел тебя врезать. Надо лететь наверх. А там надо опять заднее колесо, короче. То есть мы как-то будем. Ну, ребят, это реально круто. Это сейчас прям бомбезно так. Я не знал об этом баге, но у меня получился. Все? А вот, поехали. Давай. Олег, сейчас увидишь, что я тут делаю. Нет! Я упал вниз, блин, не хватило ускорения, мощности. Кирюха, ловите! Снова улетел. Ну как так? Ой, ну слушайте, сложно, конечно. Подожди, а как, это надо заранее, что ли, впрыгать еще до зелененьких или когда? Не, ускоряешься... Не, подожди. Да, до зелененьких. До зелененьких? Да. Слушайте, ну Саня у нас тут прям эксперт, все так рассказывает. Ну я чё, я въехал-то первый. Ага. Значит, меня надо... Если бы Саня там сейчас не стоял так долго и показывать, то все это... Что-то сейчас не получилось у меня. Чё-то вообще не все так пошло. Там, Кирюх, если ты сейчас поднимаешься, то лови меня. Здорово. Да, здравствуйте. Мне надоело на эти кругляшки смотреть, реально. Так, блин, а у меня один раз получилось, пока сейчас второй раз не получается. Сейчас к вам спущусь. Давай. Давай, спустись на грешную землю. Во-во-во, поехали. Ой-ой-ой, давай. Нужен. Давай, пожалуйста. Да, получилось у меня. Вот пока. Он чекпоинт, тра-ля-ля-ля-ля. Поехали. Саня, я ж тебя догоню. Подожди, так, а здесь глайд? На какие там дыбы надо вставать? Ну там прыжок, короче, и типа дыбы там, то есть как-то так. Олег, а ты забей меня глайдишь? Да, конечно. Саня, а где там, подожди, глайд там? А, во, вижу, там в порту, да? А ты как-то низко летишь. Нормально лечу. Тебе что-то не нравится? А спустись вниз, поговорим. Давай, сейчас спущусь, поговорим. Давай, сейчас догоню только, Сань, подожди. Ты там особо не топи. Так, я что-то... Да я вообще газ не жму. Тут так-то и, Кирюх, если там глайд не будет получаться, вот, то можно будет доехать там просто в порту же. Не-не-не, не получится. Не поводу? А, ну понял. Платформа сверху. А. Платформа сверху? И я финиширую. Красава. Сразу первый. Стой! Так, все. Падай! А я по боку еду! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот да, так и было, Кирюха, так и было. Ну, так, ребятки, Олег, я финиширую второй. Все, чики-пуки! Красавчик! Ну что ж, дорогие друзья, на этом наше сегодняшнее видео по GTA 5 Online подошло к концу. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний наш такой BMX-паркурчик. Да, он был, конечно, не самый потный, не самый сложный. Мы прошли его за 20 минут. Но, ребята, это было реально очень круто. Он мне понравился. Тут было очень много всего нового лично, что я еще никогда не пробовал, что мы ничего еще не пробовали. Вот, поэтому, ребятки, надеюсь, вам сегодня понравилось. Всего поставите много лайков. Ну, а с вами были, как всегда, Кофе, Варпач, Алекс Вокс. И всем пока-пока. Всем удачи и всем пока, друзья. Покусики, ребят!